Здравствуйте, уважаемые. В общем, о чем это видео? Хотел я сделать бильярд. Вот такой вот. Но он у меня пока не получается. По ряду причин. В процессе рукоделия я подумал о другом крафте. Я подумал, что вот эти шары, их можно использовать как ядра. Начал делать шаромет, и удивительная вещь происходит. Эти шары просто улетают в никуда, то есть если их выстреливаешь, они просто исчезают. Я их так найти и не смог. Ну то есть они просто исчезают, их нет. Тогда я подумал, что ладно, бог с ними, с шарами, почему бы не стрелять кубиками. И кубики, на удивление, не исчезают, а очень даже себе вполне далеко летят. Вот, и тогда я решил построить кубомет. Вот, чтобы было, ну, чтобы стрелять не в пустоту, сделал мишень. Вот такую вот. О, а эти что здесь делают? Вы как здесь вообще оказались? И здесь комментировать будете? Я еще крафт не выложил. Зачем? Зачем ты это выложил? Что это за хрень? Да говно твой крафт, какаха, на любой движок какаху прилепи и полетит. То есть, на любую какаху, ага. Какаху на какаху, а сверху движок и полетит. Скриншотов много, спасите меня от скриншотов. Спойлеров много, скриншотов мало, все много или мало. Да бесполезная хрень, модов куча, а у меня комп говно не тянет моды. В бездну, скорее, быстрее в бездну. Идея не новая, не новая идея, нет. Я старая, идея не новая. Не указывай моды. Не указывай мне. Да я не тебе. Цирк устроили из аркады симулятора. Мне не дра. Да и сам я не плаир, не татра. Чудо импрессионизма, фрактально вертолетная. Жесть. Ты видео длинное, ничего не умеешь делать. Ты видео делать не умеешь. Длинное, ужасно длинное видео. Скриншотов мало, спойлеров много, много. Скриншотов мало, спойлеров. Позовите модератора скорее. Спасите наши души. Чё-то не айс. От тебя уже хочется менее, более, чем более, тем менее. Но не более, чем менее. Не айс, что-то. Не айс и не хот. Хот-дог. Какой-то. Хот-дог, о, хот-дог. Пойду съем хот-дог. Это какая-то хекс. Или кекс. Или лекс. Или секс. Или... Сам не знаю, что хотел сказать. В интернете вычитал. Интейки на крыше! Снимите меня с крыши! В помойку! На свалку! В бездну! Позовите модератора! Модератор! Убирай скорее, ты сейчас обделаешь! От нетерпения, от злости сейчас отделаюсь. Я модератор. Кто вызывал модератора? Я здесь. Я пришел. Я с вами. Забаньте меня кто-нибудь за разведение срача. А то я сейчас сам всех забаню. Да бесполезная хрень. Модов куча. У меня ком говно. Не тянет моды. В бездну. В помойку, на свалку. Плюс нечаянно поставил. Хотел два минуса поставить. Вышел плюс. Математик я. Винцам топливо вырабатывает. Да, вишки тоже все сами тоже все вырабатывают. Все топливо сами вырабатывают. Баки не нужны, все. Сюда, скорее, все засранцы, тут срач. Будем авторы, говном поливать из говнометов. Ловите наркомана, больной ублюдок. Ну, сейчас я вам покомментирую. Кирбалай, вас побери.
Постановляю срач прекратить.